Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сервер. Это ОБТ-серия, пацаны, вышел новый модпак буквально сегодня ночью, я его установил, блин, кстати, БМВ начала рулиться, мне пришлось игру установить, пацаны. Советую тем, у кого не будет работать, потому что я выходил, меня тупо залагивало, наверное, из-за других модпаков, мне пришлось переустановить игру заново. Сейчас я еду, бабки сниму. Сейчас поедем купим машину. Почему именно ОБТ-сервер? Потому что на РП-сервере я не смогу посмотреть винилы на машины. Сейчас я сниму денег. У меня там лежит деньги. Так, снять 3200. Все, мы снимаем. Сейчас поедем купим машину специальную, на какую подходят винилы. Я, честно говоря, не помню, какие там машины. Но мы постараемся их найти. Так, поехали. Какая-то... дама тупорылая к нам лезет. Ладно, поехали. Сейчас в автосалон покажу машины. Но прежде, я думаю, зайдем, сейчас посмотрим скины, какие добавили. Я думаю, будет тоже вам интересно. Хотя давайте, ладно, поедем сначала в машины. Машины это будет более вам интересно, я думаю. И спидометр изменился вроде бы как. Так, вот я уже в автосалоне. Давайте зайдем в него. Я, кстати, еще не был в новом автосалоне. Спидометр, кстати, поменялся. Более такой приятный стал. Такой зеленоватый. Так, сейчас посмотрим, какие здесь машины заменили. Я, честно говоря, не знаю, какие их заменили. Давайте с конца начнем. Так, Rolls-Royce. Maybach. Я вроде помню, какие заменили. Сейчас мы их найдем. Ferrari FF, Audi R8, BMW i8, BMW M2. Во! Просто булочка. Муа, персик просто. Гелик вернули старый, кстати, вот. Так, на BMW, кстати, диски поменяли. Мне они больше, кстати, нравятся. Кстати, BMW M5.60 остали, походу. Да, сука, да! Молодцы, нахер это BMW 540. Походу, ее оставили все-таки, эту BMW. И M5.60 просто красавчики. Просто, блин, целую, блядь. Прям просто в щечку, блядь. BMW X5 вернули, кстати, старую. Нам нужна машина для винилов. Камара. Рюкзак Е63. Диски поменяли, кстати, видите? На Е63 дисочки заменили. Range Rover, BMW 850, Acura. На Acura, по-моему, винил есть, но я знаю, что на Supra, по-моему, точно есть винил. Nissan Silvia. И на Silvia, по-моему, тоже есть винил. Но я сейчас куплю сначала, наверное, лучшее Supra. Так, Mustang. Mercedes E600. Это что такое? Так, Волчок, кстати, Lexus LX. Кстати, цены не поменяли, нет. Audi S8, Ford Mustang, Toyota Supra. Вот, давайте ее купим в белом цвете, я думаю. Вот, 900 тысяч на стоит, все, купить. Сейчас приду на нее винил поставим. Если нам еще денег хватит, я еще какую-то тачку куплю и построю винил. По-моему, на Acura еще есть винил. И на что-то еще там был винил. На сливу, по-моему, еще есть винил. Поэтому, если у меня деньги останутся, я еще заценю и покажу вам их. Так что, как-то так. А сейчас я поеду, заберу Супру, и мы поедем в тюнинг. Поставлю на нее винил. Так, вот Супра, но она сразу что-то винили у меня была. Я честно, не ставил еще винил, но ее забрал, она сразу винили, короче. Ну ладно, давай сейчас поедем в тюнинг и затюним ее. Поставим какой-то другой винил, я думаю. Гелик, кстати, вот старый здесь есть. Кстати, Супра неплохо так рулится, я вам скажу. Наверное, чиповать мы ее не будем, потому что денег надо экономить. Я хочу еще слив посмотреть. Кстати, что-то она тут медленная, капец. Походу, скорость ей сильно урезали. Хотя не знаю, сколько она до этого ехала. Реально очень медленная черепашка такая. Мерседес, кстати, блин, ну, крутой модпак. Мне очень уже нравится, на самом деле. Так, давайте заедем. Отъедем. Посмотрим. Тюнинг. Так, что-то тут хреново все с тюнингом. Так, тюн. Покрасочные работы. В бизнесе закончились товары. Блин. Хреново, чем могу сказать. Очень хреново. Поехали тогда в другой тюнинг. Так, вот здесь еще есть тюнинг. Надеюсь, здесь есть товары, блин. Потому что, если здесь нигде нету товаров, это будет очень, блядь, хреново. Чувак, ну ты, конечно, нашел место, где разворачиваться надо. Я тебе так скажу. Так.
Бизнес нету товаров. Блять, а что делать просто? Что делать? Бизнеса нету товаров. Так, пришлось ехать из СМА. Смотри, какая Супра едет на виниле, кстати, крутая. Блин. Просто какие-то неадекваты, блядь, ездят, пиздец просто. Вот, смотри, какая Супра просто охуенная едет. В виниле космос просто. О, булочка. Надеюсь, сейчас в Южном есть, короче, товары, блин. Потому что, видимо, все сюда ездят, значит, тут есть товары. Сейчас мы тоже сюда заедем. Вот у нее такой винил космос, короче. О, винил есть даже на Винтадор, прикиньте. Винил есть даже на Винтадор. Это реально круто. Так, надеюсь, здесь есть товары. Сейчас отъедем подальше, чтобы нас никто не зацепил. Так, давай, едь. Так, пишем тюн. Покрасочные работы. Есть. Так. Вот такой вот есть винил, пацаны, смотрите. Так, давайте я тачку починю, наверное. Так, капитальный ремонт. Автомобиль не нуждается в капитальном ремонте. А можно просто ремонт. Так. Ну ладно, если не нуждается, так не нуждается. Давайте посмотрим на него поближе. Так, тюн. Покрасочные работы. Вот такой еще весь винил космос. И покрасочные работы. Вот такой вот еще весь винил. Но мне больше всего, кстати, нравится. Так, покрасочные работы. Вот винил космос больше всего идет, кстати. Прям вообще шикарно. И винилы, кстати, довольно-таки недорогие. Серьезно, они недорогие. Поэтому это очень круто. Я, короче, перезашел. Вот так она выглядит. Очень даже сочно. Я не знаю, тут еще пак на диске у них стоит или нет. Модпаки, но выглядит очень круто. На самом деле, реально. Очень круто просто выглядит. Прям шикарно просто. Я бы сказал даже. Прям красотка, просто красотка. Но давайте я ее продам и поедем купим еще Элегию. Ой, Элегию. Ну да, Элегию, в принципе. Так, давайте я заберу BMW. Сейчас поедем купим себе сливу и посмотрим на нее еще винилы. Мне интересно просто. У вас нет транспорта, чё? Что-то мне пишут, ну, видимо, я тачку продал, да, и пишут не транспорта. Ну, ладно. Окей, ладно, сейчас тогда пешком добежим, купим машину, и я думаю, потом будет все нормально. Даже на R8 есть винилы, пацаны. До хера винилов, короче, на тачек здесь есть. Ну, конечно, не на все, но на многие, я так понял, здесь есть винилы. На R8, на Винтадоре, на Сливе, на... Потом на Акуре, по-моему, есть. И на Супре есть. Но это точно машина, каких есть винилы, пацаны, если что. Но я пока бегу к автосалону. Я думаю, R8 на них не такие уж винилы прикольные. А вот на Сливу и на Акуру и у них винилы классные. Поэтому я думаю, стоит лучше их посмотреть. Но сейчас на Сливу еще посмотрим. Я, наверное, на Акуру не буду смотреть еще. И потом еще скины посмотрим. Какие есть. Я думаю, это будет круто. Какой-то баг, короче, есть. Когда покупаешь машину, у нее сразу винил дается. Но мы их посмотрим лучше. Отдельно, поэтому сейчас заводим тачку и едем в Южный. Ну, такой винил, как по мне, не очень, на самом деле. Ну, такой, знаете, прикольненький, такой смешной. Но все же не мой вкус. Хотя она тоже так неплохо валит. Управление, кстати, у тачек очень поменялось. Очень прям поменялось. Так, вот я в Южном, давайте посмотрим на этой тачке винилы. Блять, просто спасибо, что ты мне врезался, конечно. Вовремя он выехал, прям, блять. Прям пиздец вовремя. Так, давайте я отъеду. Вот, пишем тюн. Покрасочные работы. Так, это у нас, да? В вашей машине данный вид покрасочной работы. В смысле? Что, нельзя на него покрасочные работы делать? Вот, я удалил, допустим, да? Какой бред какой-то. Не знаю, наверное, это баг все-таки. Ну ладно, хоть одну машину я вам показал, что на ней есть винилы. Ну также я видел R8 винили и Винтадор винили был еще. Поэтому, ну видимо, видите, бах. Бах. На нее по-любому можно винилы ставить, но это бах. Просто мы не можем почему-то поставить. Я бы еще мог Акуру проверить, но, блин, не хочу. В принципе, потом, если вы захотите, то давайте наберем под этой серией. Давайте реально 200 лайков наберем. Я вам всему все...
машины с винилами, какие есть на сервере. Ну, какие есть модпаки, точнее. Давайте 200 лайков, и я сниму такой видос. Покажу вам все винилы на всех машинах, на какие можно их ставить. Поэтому дерзайте. Так, вот у нас магазин одежды. Давайте посмотрим скины. Так, ну, я буду вам говорить, какие скины были, какие не были. В принципе. Так, так, так. Не, ну прикольные скины, кстати, сейчас найдем. Я вроде видел. В конце там нормальные скины должны пойти. Так. Ну, такое, так. Давайте уже полистаем быстрее, потому что видос тоже не хочу затягивать. Блять, не, ну это, конечно, сильно. Я думал, это уже, ну, 60. Так. Скин Федичу там был. Так, ну, по-моему, особо скинов не заменили. Прям особо я не нашел скинов, какие заменили. Так, сейчас посмотрим, какие самые дорогие, они заменились или нет. Нет, их не заменили. Кстати, скин, по-моему, Вузи убрали. Да, скин Вузи, кстати, убрали. Ну ладно. Ну вот такие вот скины, пацаны. Особо они их не заменили, я так понял. На этом у меня, думаю, все, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Набираем под этой серией 200 лайков. И я выложу видос, где будут все тачки с винилами, какие они есть, и вам их покажу. Всем пока-пока. Ссылочка на пак, кстати, в описании. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside. I was from the north. She was from